Да, была пауза, но психологически себя хорошо подготовил, знал заранее, что на кубок буду играть, поэтому готовился к игре. Было много времени подготовиться, так что никаких проблем не возникло. И хорошо подготовился физически и психологически. В финале всегда приятно играть. Это борьба будет за кубок, будет боевой настрой. Всегда интересно будет, я уверен, что интересная игра. Будем биться, полностью отдадим максимум усилий, приложим, чтобы выиграть кубок. Да, конечно, тоже ощущается, когда люди приходят, поддерживают. Конечно, совсем другая атмосфера. И футбол совсем интереснее с болельщиками. В кубковых такого особого опыта большого нет, чтобы там финалы играл в Кубке России. Там, ну, доходили до определенных стадий. Там с премьер-лигой России играли. Ну, собирался полный стадион. Там было интересно, была хорошая атмосфера. И хотелось бы, чтобы здесь, в чемпионате Армении, тоже собирались люди, болельщики, создавали эту интересную футбольную атмосферу, как в большом футболе, да, совсем получается другой футбол. И футболисты себя чувствуют, когда более увереннее, им интереснее играть при полных трибунах. Да, в принципе, разницы никакой нет. Готовимся одинаково, что на кубок, что на чемпионат. Одинаково у нас одни задачи – выигрывать в каждом матче. Так что готовимся, спокойно идем к своим целям и готовы побеждать, и идем к этому. Игра покажет, мы будем стараться выигрывать, биться, отдавать полностью свои силы. Так что надеюсь, что мы выиграем и приложим максимум усилий. Чувствую себя отлично, в команде хороший у нас микроклимат, дружный коллектив, так что проблем никаких нет, все отлично. Готовимся, играем. Нам по силу и кубок выиграть, и в чемпионате попасть в тройку, попасть в Еврокубки. У нас есть эти задачи, мы идем спокойно, готовимся.